зеркальный фотоаппарат Canon EOS RP RF. Оснащен полнокадровой матрицей для создания контента передового уровня. Фотоаппарат поставляется в большой фирменной упаковке с привычным комплектом поставки. Вместе с тушкой прилагается аккумуляторная батарея LP-E17, зарядная станция и силовой кабель к ней, плюс пачка документации и ремень для ношения. Кит-комплект также включает объектив 24-105 со стабилизацией STM и светосилой от 4 до 7.1. Беззеркальная фотокамера Canon EOS RP RF относится к категории флагманских полнокадровых решений без подвижного зеркала, позволяющим вести бесшумную съемку электронным затвором. Данная модель выполнена в компактном композитном корпусе с рамой из магниевого сплава и обилием эластичных накладок в местах хвата. По габаритам корпус не превышает 13 на 8,5 см, а весит 440 грамм. Металлический байонет RF занимает половину лицевой стороны камеры, а рядом с ним располагается привычная клавиша фиксации и откидная вспышка с лампы подсветки автофокуса возле рукоятки. Снизу вынесена крышка батарейного отсека с лотком под карточки памяти SD. По центру установлено резьбовое гнездо под классическую штативную головку, а остальные разъемы вынесены на торец. На борту камеры есть Type-C для связи с ПК, мини-HDMI выход на монитор, пара мини-джеков под микрофон и наушники сквозного мониторинга, а также гнездо 2.5 для пульта управления. Также камера оснащена Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет управлять и скачивать данные через мобильное приложение. Органы управления камерой занимают всю доступную площадь по образцу зеркальных камер линейки Mark. Для контроля съемки можно использовать электронный видоискатель разрешением 2 мегапикселя, либо 3-дюймовый поворотный дисплей HD разрешения с сенсорным управлением. Главное достоинство камеры – в сочетании полнокадровой CMOS матрицы на 26 эффективных мегапикселей и передового процессора DIGIC 8. Поддерживается съемка при ISO до 40 тысяч со скоростью 5 кадров в секунду с RAW-буфером на 72 снимка. Видео можно записывать в разрешении 4К при 25 кадрах в секунду.